А знаете, люди, где находится город невест? Ну, кто ж его не знает? Это Иваново, старинный центр российской текстильной промышленности. Не мудрено, что Ивановский край стал родиной советов. Здесь возник первый совет рабочих депутатов. В войну на этой земле была создана легендарная французская эскадрилья «Нормандия-Неман». А в Юрьевце в те годы жил мальчик Андрей Тарковский, в будущем знаменитый кинорежиссер. Красота Ивановской земли завораживает. Художник Исаак Левитан даже сбежал с парохода, чтобы запечатлеть виды волжского города Плёс. А на лаковых миниатюрах из Палиха здешние пейзажи и вовсе выглядят сказкой. О как! Художники разные, а страна одна.